Короче, слухи. Вы не подумайте, я не тупой заскорузлый ретроград, который выходит из пещеры на время съемок и бьет всех крестом. Так высказался о себе Михаил Пореченков в новом интервью. Михаил Пореченков утверждает, что современным поколениям и в целом людям сегодня не хватает духовности. Сам Михаил, как известно, религиозный человек. Я уже так давно не молодой, что не понимаю, что им надо. Черт его знает. Смотрю на своих детей и не могу понять. Парадокс и ужас в том, что детям ничего не интересно. Они заточены на мусор и трэш, на вещизм. Из серии «О чем мечтаешь?» Кроссовки Louis Vuitton. Да что бы я в детстве мечтал о кроссовках? Я хотел мир объехать, в космос полететь, это да. А нынешнее? О новом айфоне, о новой приставке. Дело в том, что при зависимости от соцсетей они становятся очень внушаемыми. Ведь система «Поставь лайк» работает как наркозависимость. Это жесткое сообщество с иерархией, добавил Михаил. Любите свою жизнь и подписывайтесь.